Всем привет! Отличная новость! Наконец-то приехали навигаторы Coyote 820 Turpro модель. Данный прибор работает на базе Android. Android у него 6, 1 гигабайт оперативной памяти и 16 гигабайт встроенной памяти. Данные навигаторы долго не было в наличии, теперь они наконец-то уже есть. Здесь какие программы будут установлены? iGo Prima программа и iGo Next Gen. Приму, которую вы сейчас видите на экране, iGo Next Gen там дополнительно тоже стоит, скин Понга. Карты там и там всей Европы 2021Q4, самый актуальный на данный момент. Стоимость на сегодня данного навигатора 4700 гривен. В комплекте у него есть автомобильное зарядное устройство, автомобильное крепление на лобовое стекло, USB кабель, чехол. И также у него наклеена здесь по контуру экрана наклеена защитная пленка. Первый слой снимаем, и там будет второй слой, основной защитный. Так что, кого заинтересовал данный прибор, пишите, я без проблем отправлю новой почтой. Всем спасибо.